часики. Сегодня пятница, вроде погода на улице нормальная. Ну, выглядит как нормальная, выглядит солнечно, как тепло или холодно, какой там ветер, никто не знает. Я выхожу на работу, Никита уже вышел на работу. Сегодня последний рабочий день, и я счастлива. Это так классно. Блин, это реально кайфово. Эй. Я вызвала лифт ехать вниз. Каждый с нулевого этажа доехал до моего и поехал выше. Вот приехал один. Я уже иду домой с работы. Немножко ветер дует. Надеюсь, вам там не задувает. Сегодня был капец лайтовый день. Ничего не было. Я все сделала, сидела. Тоже ничего не делала. А потом, короче, представляете, почта... Почта все не приходила, не приходила, не приходила, не приходила. Мы уже думали, что сегодня не придет. И под самый конец дня приносит целую кипу, блин, каких-то писем почтальон. И мы такие, ну класс, целый день сидели, ничего не делали. А на самом конец дофига всего принесли. Но мы это просто поделили и оставили на понедельник. Погода сегодня неплохая, солнечная. Я иду на остановочку. Тут сверху у нас поезд едет, который видно, и очень сильный ветер. Я пришла домой, капец, конечно, ветер на улице, у меня еще ветрозащита, блин, как назло, нет на камере, надо ее, в конце концов, надеть, я не знаю, где наша старая, надо сделать новую, у меня все есть для того, чтобы сделать. Никита задержался на работе, сейчас, знаете, сколько, сейчас 18, у него работа до 17, и он буквально минут 20 назад только закончил, потому что что-то там у него там с каким-то заказом, что-то он там сидел, с кем-то договаривался, что-то там решал. Вот, и я пришла, сначала зашла в магазин, купила там плавленый сырок, завтра хочу приготовить сырный суп. Давно мы не ели, и хочется сырный суп именно с курочкой какой-нибудь вот так вот приготовить, и к этому всему... Не знаю, что еще приготовить. Надо что-то с капустой делать, потому что мы суп съели, и ушла у меня только 1/4 капусты на суп. Сейчас я 1/4 использую на салатики разные, сейчас буду делать. А еще половину надо что-то с ней сделать. Думаю, опять суп не хочется, наверное, надо потушить, и нам будет на целую неделю, и Никита сможет и брать на работу, и кушать после работы нам будет нормально. А сейчас на вечер я варю нам картошку, буду жарить колбаски, так же, как Никита делала на обед. Думала суп сегодня сделать, просто Никита мне написал, что он с Янком поедет в 18:30 что-то там снимать. Я расстроилась, потому что, ну капец, выходной день, Никиту забирают куда-то. И думаю, ну ладно, приготовлю за это время суп. А потом оказывается, что уже никуда не поедут, приятка машина сломалась. Как бы это хорошо. Хорошо, что никуда не поедут, но плохо то, что сломалась машина. И я вот тогда подумала, суп долго ждать, быстренько картошечку сварю и супчик. Тогда уже завтра буду делать. Так что картошка у меня уже варится. Колбаски сейчас будут жариться, и я за это время нарежу салатик с капусты, помидорки, огурчика, и вот с такого вот у нас в холодильнике лежал сыра для салата. Я вчера половинку использовала, сегодня вторую половинку использую, просто буду мельче резать. Никите не очень понравилось, что я порезала все большими кусочками, а я порезала все большими кусочками, потому что на картинке все большими кусочками. Я сделала вот так. Но Никите не понравилось, что все такими большими кусками. И поэтому сейчас я порежу помельче. Сыр тоже помельче. И зайдет нам все отличненько. Может, слушайте, ну, наверное, вся капуста не идет. Вот это вот на салат. Так, картошку надо приуменьшить, а то сейчас начнет кипеть. Все, готовлю. Жду Никиту. Кушать очень хочется. Особо мне кушать не хотелось. Но когда я начала готовить, когда все начало пахнуть, прям... Хочется кушать, аж желудок сводит немножко. Вот. А вот и Никита дома. Сели мы кушать. Никита купил конфеток нам.
Будем кушать, вот, вот так вот вкусно. Мне так есть хочется. Я уже немножко салатика подъела. Видишь, я сегодня уже мельче порезала. Я сегодня на работе думала, когда ела эти сардельки, что нам бы сосерки купить на работе были. Они же, наверное, еще херню стоят, купить пачку и на работу брать соус. Так у нас есть вот самые маленькие такие, как я тебе соевый соус клала. Только там же не жидкие у нас соусы, а такие более... Ну, густые. Вот, смотри, видишь, я этот салатик, видишь, прям меленько порезала. Помидорки, огурки. Этот я уже 3 ложечки съела. Не знаю, мне так понравился этот сыр. Он такой солененький и очень вкусно мне нравится. Ну, мне салатики. Крупно вчера не нравился. Ну, вот, может крупно так. Ешь, и он прямо, знаешь, слишком насыщенный какой-то. Да. Получается, ну, слишком концентрированный. Ну, это похоже очень на фету. Может, это, кстати, и есть фета, а я люблю ну, фету. Ну, что-то такое есть, да. Ну, ладно, все, кушаем, а то я сейчас захлебнусь тут слюнями. Всем приятного аппетита. Кушаем, и потом звоним Лёхе, да? Угу. Там в Call of Duty вышло обновление, новая карта, будем сидеть вместе, разговаривать о жизни. И стримить ты будешь или просто? Просто? И просто. Я уже пришла готовиться ко сну. Сидим, ну, Никита уже сидит там в Дискорде, общается, а меня еще тут как в сон клонит, 9 вечера, привыкли мы ложиться спать. Рано, я не знаю, что-то так реально в сон клонит, я уже начинаю так вот кемарить, поэтому пришла смывать косметику, умываться перед сном, вот, и ложиться спать. Интересно, во сколько я завтра встану. На прошлые выходные, по-моему, мы встали в 9, то есть не сильно много мы поспали, но просто мы тоже... А заснули мы, по-моему, нормально, так в час или... В час, по-моему, мы на прошлых выходных заснули и встали в 10. Ну, как бы нормально. Интересно, сколько посплю я сегодня. Потому что мне хочется встать тогда, когда мне захочется. Не по будильнику, не по звонку, ни по чем, а именно тогда, когда мне захочется, чтоб я выспалась, чувствовала себя прекрасно. Завтра в планах у меня... Уборка, готовка, ну, на самом деле немного. Завтра приготовить супчик, может, какую еще капусту тушеную, не знаю, надо подумать. Прибраться, это в основном стирка, так попротирать пыль, попротирать все. И, в принципе, все, можно запущу Аркашу именно с мойкой пола, а то у нас дома особо не бывает. Пол чистый спустя неделю. Очень странно. Обычно, знаете, за 2 дня загрязняется, так что надо запускать пылесос. А тут у нас обычно не бывает дома. Только вечером, и то вечером сидим где-то на одном месте. Вот, так что более-менее чисто. Но для профилактики надо будет запустить с влажной уборкой. Пыль протираю, чтобы вся эта пыль села на полу. Аркаш ее чик-чик-чик поднял, собрал и все. Так, ладно, умываюсь после мицеллярки, вот это все, и тогда уже пойду в комнату. Все, я легла, так кайфово лежать, я просто все время сижу. Никита удобный стул в зале такой, офисное кресло, там и спинка можно облокотиться, и она там подогнется, как удобно. А я сижу на обычном кухонном стуле, подкладываю себе плед под спину, потому что у нас такие деревянные спинка там сделана. И когда долго сидишь, начинает спина болеть. Поэтому я подкладываю себе туда плед, вешаю, и нормально. Но все равно это не то. Ты не можешь никак вот удобно сесть, у тебя нету подлокотников, ты все время сидишь как-то на этом стуле, а когда ложишься после этого, такой кайф. Ложишься, все расслабляется. Вот, ну, на улице, хотела сказать, в квартире немножко прохладно, потому что окна были открыты, я особенно, когда начала переодеваться, у нас в комнате тоже было окно открыто, и я такая прям удивилась, кто его открыл, я не открывала, наверное, Никита. Открывал окно тут на форточку, и прохладно. И я пока переодевалась, я же вся замерзла, поэтому залезла под одеялко. Сейчас буду скидывать файлы, смотреть видосы, которые я сегодня вообще не смотрела, на YouTube даже не заходила еще. Посмотрю, смонтирую влог и, наверное, буду спать. Может, к этому времени подтянется Никита, может, тогда посмотрим какую-одну серию сериала, либо Comedy Battle. Посмотрим. А может, просто ляжем спать. Потому что не знаю, насколько там затянется у Никиты игра. Они играют там в Hearthstone все вместе. Вот, но я чувствую, что я уже все, я уже хочу спадки. Ой. Потому что уже без 15:10.
А это уже для меня такое не детское время, уже хочется спать. А я как вспомню, что еще буквально полгода назад мы могли лечь в 3 часа ночи, и для нас это было нормально. И в 9 вечера у нас только начинался обед какой-то. Ну, не скажу, что утро, нет. Но мы вставали тоже по-разному, то в 12, то в час. И так быстро время пролетало, и поздно ложились. И в 9 это была только середина дня нашего. А тут уже все спать, и так непривычно вспоминать те времена, что мы так долго сидели. Ну так, конечно, это плохо, это плохо. Лучше ложиться вовремя, вставать пораньше, тогда больше светлого дня присутствует. И тогда время намного медленнее идет, чем когда темно. Когда темно, у меня моментально проходит все время. Вот, ладно, все, заговорились. Всем до завтра. Завтра, я надеюсь, домонтирую видео. Мне его очень хочется смонтировать, но мне не хочется его монтировать, когда у меня нету какого-то желания. Я не хочу сделать от балды. Я хочу сделать прям, чтобы было прям очень хорошо, чтобы мне очень нравилось. И для этого нужна какая-то не то что мотивация, нужно вот желание, чтобы появилось. Не хочется себя заставлять, надо вот, чтобы... А пойду-ка я и сделаю, чтобы мне этого хотелось. Вот у меня было на днях, что хотелось, но тогда не получилось. Вот, ладно, все. Всем до завтра. Всем аривидорчи.